Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В прошлом видео я рисовала вот такие заготовки. Их тут очень много разных. Это будущие картины. Вот они просохли. И вот такие заготовочки. Вот их очень много. Такие заготовочки ждут своей участи. И я буду сейчас беру первую и буду рисовать то, что она мне надиктует. Эта картинка. Приготовила я акрил, кисти. Мастихин, водичка, губка, мастихинчик, влажная палитра, ну и вспомогательные материалы. Кроме того, вот такие белила. Белила профессионально, это очень важно. Потому что можно писать и строительными белилами, но сегодня у меня профессиональные белила. Я выпущу видео по поводу строительные материалы в помощь художнику. Вот, возможно, это будет интересно рисующему народу. Так, ну, поехали. Значит, что мне диктует эта картинка? Что она мне диктует? Ну, какой-то, наверное, все-таки пейзаж морской. Морской. И, наверное, какой-то берег, может быть. Рисую я акрилом. Какой-то ландшафт. Попробуем нарисовать. Простенький. Простенький-простенький рисуночек. Что еще? Тут розовенькая гора какая-то виднеется. Вот на таких сложных, вернее, произвольных подмалевках очень интересно работать. Потому что здесь сам уже подложенный вот этот вот живописный материал диктует тему свою, главное тут тоже не перерисовать. Вот смотрите, как медленно, быстро высыхает акрил, а мне эта скорость не подходит. Мне хочется, чтобы он еще быстрее высыхал. Вот смотрите, так, что же тут еще придумать? Придумаем маячок. Или что-нибудь такое. Тоже это все в дымке, поэтому... Тоже
чтобы в колорите все было в одном, чтобы не выбивалось, да, из общего состояния. Я не знаю, как это будет, а? Что-то тут уже. Так. Что-то пытаюсь. Более правильно найти. Что-то пытаюсь. Так, возьму тебе кисточку. Более тонко. Что-то пытаюсь. Огонёчки, да, как правило, вдоль по берегу, вдоль берега. Иногда бывает их много или мало. Разные они огонёчки. А теперь вот будем вот так делать. Так. Сейчас беру губку. Вот. Беру и вот так. Так, огонёчки. Так. И ну-ка. Ага. Ну и наверное чтобы совсем уж добиться реалистичной воды, реализма такого в воде. Вот так. Берег такой дальний, да? Так, и хочется мне какие-то такие блики поставить на воде. Mm-hmm.
обозначим огоньки еще более ярче. Вечерние огни, да, на море. Ну и попробую я. Ага, передний план. Ну и еще одно мгновение, может быть, что-то вот тут вот. Так, и все-таки мне хочется луч маяка сделать. А как его сделать ровно? Может быть, я сейчас испорчу, не знаю. Может быть. Так, а ну-ка. Ну, для чего нужны тетрадки с изображением маяков? Вот у меня тетрадка. Там маячок так нарисован. Ну, сейчас. Вроде бы верно. Вот мы тут сделаем вот так вот. Что же мне делать с этим лучом? Получится или нет? Получится или нет? Рискну. А вот рискну. А вот рискну. А вот рискну. Даже работа получится слегка. Пусть она получится слегка декоративная. Ну и пусть в сердце грусть. Пусть ночей не сплю. Все равно я его одного люблю. Так. А теперь я беру вот эту вот тряпенцию и стираю лишнее. Мне не хватает даже вот скорость рисования. Мне не хватает даже, чтобы он быстрее сох, акрил этот. Быстрее, чтобы сох. Ах, вот так надо тут.
Куда же? К звездам куда-то. Так. Это я занадто. Так, это я занадто. Ну ничего, люди, ничего. Все, что не случилось тут сейчас, все будет играть на общую идею. Вот уже вроде бы как даже тут вот так. Ну и сделаю я все-таки лучики отсюда. Не дают они мне покоя. Сейчас это просохнет и будет однородно. Вот так вот. Люблю маяки. Люблю маяки очень. Люблю их рисовать. Получился пейзажик, море. Вот акрил еще совсем свежий, все можно исправить. Вот. Я люблю с акрилом работать, потому что когда он свежий, все можно исправить. Линии такие, которые вам не нравятся, все еще можно исправить. Но если он засыхает, исправить уже нельзя. И, наверное, сейчас сделаем вот что. Нарисуем сейчас нежные-нежные синие звезды. Синие звезды во тьме. Первые звезды во тьме. Вот они зажигаются еще такие. Они начинают зажигаться, звезд. Вот так.
Так, что еще здесь? А, еще здесь я хочу нарисовать. Я уже долго задержалась на этом месте. Так. Ну вот, пожалуй. Вот такая получилась картинка. Вот такая. Так, что еще? Тут подпишу. Подписать картинку иногда очень полезно. Она обретает такую вот какую-то историю, что ли. Ну, это как бы регистрация ребенка. Наверное, надо уже заканчивать эту работу, потому что ничего уже хорошего я не сделаю. Так, будет только... Вот, все. На этом, пожалуй, закончила я свою работу. Пока я не исправила все, вернее, не это самое, не испортила. Парусничек. Нарисуем его таким алым. Вот я буквально вот придумала это все, рисуя. Я рисовала и все это придумала на ходу. У меня не было какого-то определенной какой-то задумки. Все придумалось спонтанно.
Красиво, некрасиво, я не знаю. Вот такой сюжетик. Все чего-то хочется добавить. Все чего-то хочется добавить. Да? А вот такого чего-то хочется добавить. Так, все. Вот такая картинка получилась. Такое вот ласковое сиреневое море. Вот я добавляю здесь вот волны, делаю такие. Сиреневые. Может быть, что-то тут. Куда-то вот такие там вкрапления внести. Хочется мне вот что-то такое. Все, пожалуй, надо закругляться, потому что вот опять же хочется чего-то. Так вот, ну, вот что-то такое. Так, все. Все, все, все. Убегаю, убегаю, убегаю. Вот. Вот такое моречко получилось с маячком. Подписывайтесь на мой канал. Будем продолжать вот так делать фокусы, фокусы с вот такими вот моими заготовками. Их тут очень много. Вот из одной такой заготовочки живописной получился такой вот такой пейзажик. Но опять я намереваюсь что-то добавлять, что-то исправлять. Но мне кажется, не надо, да? Потому что я сделаю, может быть, хуже, может быть, лучше. Я не знаю. Не, наверное, я лучше не сделаю. Наверное, я оставлю по-прежнему. Вот так. Вот такая она работа акрилом. Интересно. Можно стереть, можно добавить, можно что-то оставить. Но пока не высохла краска. А высыхает она очень быстро. Но художники работают еще быстрее. Вот так вот. На этом пока. С вами была художница Лариса Изюмченко. Не забывайте подписываться на мой канал. Если нравится то, что я делаю, пожалуйста, оставляйте комментарии. Я читаю каждый комментарий как отдельное письмо, как весточку моих невидимых друзей. И это доказывает
еще раз то, что это кому-то надо. Если звезды зажигают, значит, это кому-то надо, сказал великий поэт. Все, пока.